Второй тайм. Счет 0-0. Вратарь тащит. Я все слышу там. Что, пора замешать? Петрович! Серый! Нормально, нормально, не расстраивай. Принимай следующий раз. Я положу. Перерыва нету. Аут. Сука, сказал, страус, задняя дверь открыта. Я говорю, вот. Штрафная. Вов, сам! Бой лучше! Я буду... Там точно Руслан, Андрей, Лёха... Что там, кстати, опять? Макс, русы ищи! Лучше чуть-чуть еще. Лучше на максимум просто, на максимум фигачить. Я попытаюсь снять. На банке начинаем, а вот первого позже. Полтайма. Три полтайма. Хорош! Хорош, хорош, хорош! Что? Штрафной. Надо говорить, что... Замена у салата. Машина! Я не буду говорить первое слово, скажу только слово «машина». Ваня такой подходит и говорит, хорошо, Вань, души, души, убирай. Мы прошли мимо него, ничего не сказал. Кто? Что он скажет? Бля, ты заебал, на носке можно ездить? Ты черный. Да в России написано. Слышь. Ай! Да тихо! Ну не надо! Я же выпиваю. Ну Миша! Че ты хочешь? Кто с команде? Вот эти все. Толян тоже? Толян, конечно, самый главный. Он капитан. Вы задолбали меня тупасить оба. Где Оля? Мы? Где Оля? Где Оля? Где Оля? Где Оля? Она работает. Я очень много. Я ничего. Я много. Ты мне что-то не знаешь. Ты просто тапик. Езди со мной. Чтобы они вдвоем не выходили. Где, куда и зачем. Потом с нами поедешь. Давай. Вот тебе лучше. Егор. Да. Тебе с девяткой нас походили. Бля, пиздец. Я еще два. Что ты делаешь? О,
У тебя портретник есть? Вель! Портретник есть? Что? Портретник. А что это такое? Я не взяла Соник теперь, да? Олег, проходи, пробуй. Штука не хватает. Форме! Чтобы не плевать на хуй. А это на план защиты. Какой бит команд называется? Ты? Снимайся. Нормально закинчивайся. Дай. Где мяч? А, у меня рот, я урвал. Приехал. Да, это всегда собой. Она переносная. Опа, руки, руки, руки! Руки в руки, говорят. Руками беги, пожалуйста. Чё, посиди, а? Одно место. Ещё ебал, так ты помнишь, довольный. Эля, Эль, помнишь эту картинку, короче? Попал в девятку, получил 50 хозяина девятку. Смотри, бабочка. Помнишь? Иди лови, чё. Тут то же самое будет, короче. Ага. Домой, Вова, домой! Лево, налево, да! А, есть какой-то тренер? Здорово! О, десяточка! Десяточка! Он сердце сломал. Камера. Ой, тьфу, блин. Бля, пацаны, добавьте чуть-чуть. Слежу. А здесь вообще? Вовка, нет, десятой. Слышь, в твою воду напали. Маленько, там несколько минут осталось, Вагите, сразу все вперед. Смотри, я тут не знаю. Это первый тайм. Я вон спрятал. По максимуму, да. Смотри, давай, играй. За школой, девочки. Олег, это там, заведи. Можешь отойти. Ребят, как его зовут? Пацан! Отойди, пожалуйста, мне просто мешаешь. Если не против. Хорош! Давай, Гварчик! Будет. Нормально. Блин, чуть-чуть не прошел. О, бля. Слава. Он финдил. Олег, правый фланг. Луз, по низу его засывай. Пробуй. Сразу, ёпта, уже мам позвонит, мам. Сразу понял. Знаешь, да, что коврик в Rolls-Royce стоит 100 тысяч рублей? Знаешь, почему? Что? Коврик подложил. Знаешь, почему? Потому что вот делают из овчины, короче, овец, которые подбирали. Пиздец, 100 тысяч за коврик за один. Да ну нахуй, думаю. Прикинь, в автосервисе заедешь, за коврик помоешь, пиздец. Слышь, в автосервисе... Ой-ой-ой. Он моет специально в своем Rolls-Royce. Забил? Нет. Ну мог. Блядь, за такие деньги вообще пачкаться. Такие деньги вообще не знаю, реально. Тебе еще и ноги мысят. Он когда в пробке, слышишь, нужно взлететь нахуй. Самолет должен быть.
Блин, такой момент был, а? Даже мы строили мигалки, но игра перевернутая. Сразу тебе здесь эксив. Всех на этом, на майбахе, знаешь? На моторе, короче, прикреплено это. Такая штучка, короче, с росписью тела, который собирал этот мотор, и если, короче, с мотором что-то происходит... Не на майбах, это на все, кто под заказ делал. Не-не. Ты со мной не споришь. На все. Девятый заказ делал, как у Петровича, там царапки. Не, на нам это сделано. Ребят, тут с мотором ничего не надо нажимать. Эй, слышь. Не знаешь, ничего не надо нажимать? Сюда, сюда, сюда. На. Остановил? Ну, остановил. Не знаю, вообще не знаю, как остановить.